В седьмой серии сериала «Отчаянные» по следу Риты и Ольги идет профессиональный киллер. Незавидное положение беглянок усугубляется вследствие ранений. Рита впадает в беспамятство, и теперь у Ольги нет другого выхода, кроме как вести ее в больницу. В банде Харона возникают внутренние разногласия, которые дают Рите и Ольге небольшую передышку. Однако новые неприятности не заставляет себя долго ждать, причем появляются они с самой неожиданной стороны. Посмотреть очередную серию вы сможете 14 октября.